И здорово, чуваки, с вами снова Карл Джексон, и мы продолжаем опять-таки играть в GTA San Andreas, Embomizer и так далее. На чем мы там остановились? Я уже не помню, но сейчас узнаем. Всегда загружаем именно последнее восьмое сохранение. Скорее всего, это уже норма. То, что у меня всегда в начале вылетает GTA-шка. Ладно. Ничего, привыкнем. Как-нибудь. Да слышь, что ты? Загружаем тогда первое сохранение. То есть, не первое, как? Как правильно-то? Начало. Начать игру. Просто начать игру. Почему бы нет? Пропускаем всякие катсцены, потому что это нафиг не надо. Бал... я думал это балос. Толстый балос. Но нет, это наш. Так, тут не вылетает, окей. А может всегда сделать сначала, типа, начало игры, а потом... Ладно, неважно. Все, все на месте. Так, а куда бы мне отправиться, чуваки? Я даже не знаю, реально, не знаю. А, я же пропустил миссию, чуваки. Что самое-то интересное? Или нет? Нет, не пропустил. Так, ну чё? Ну чё? Это север, скорее всего, да? Грувы это север. Мы отправляемся тогда на в спортзал. Спортзал это у нас, походу, вот здесь. Нет. Дом. Дом это, скорее всего, в УЗИ, да? Нет. А где дом? Что за дом? Что за дом-то, а? Я немножечко не понимаю. Не, смотрю туда. А что за дом? Что за дом? Нету тут никакого... Ай, все-таки так и знал! Это гараж! Сохранимся, на всякий случай, тут. О, старик. Прикольно. Благо, тут есть сохранение рядом, так что... И заходим теперь. Хладнокровный убийца. О, начало финальной миссии. Только Свит это Си-Джей, прикольно. Да. О, я еду с Райдером, который, если я не ошибаюсь. Итак, каков план? Здравствуйте, офицер. Штенберг, я занят, понятно? Думаю, ты ошиблась с номером. Я 100% пацан на вашей стороне, парни. А, я так и знал, это Райдер, который снял шапку. Сиджей, нам нужна тачка. А, не хочу умирать, не хочу умирать. Я подумал, что надо бы как можно сильнее легковая доставка, что-то там, что-то там. Хватит, я больше с тобой не разговариваю. Вот сейчас узнаем, какая тут по скрипту будет тачка. Вместо этого пожарного крана. Пожарного? Ну танка с водой, вы поняли. Look, I know you down for this. But I gotta go in there alone. What? Smoke plagued me. Ну и так далее. А, я из самолета выжил, прикольно. А, нет, он отреспавнился тут, прикольно. Ладно, побежали немножко. Хопа! Ася, так? А, я садиться не могу, Ася. Вот так вот. Ладно, неважно. Важно.
Ну, и вот мод, мне кажется, тут он изначально уже был, так что не удивляемся беспределу. Хотя тут по скрипту и так он типа, ну типа, блин, типа ближе к... все-таки это, окей. Ага. Освежись, чувак. Все, остальное. А чё, я имею право их убивать, все. Так это не враги. Вот здесь враги стоят. Вау! Молодец, придурок. Что за шлюха? Точнее, стриптизерша. Это огромная разница, чуваки. Да-да-да-да-да, не помню. О, я тебе опять... Нет, да, нет, все-таки я... CJ! CGI! Ага, сдох. Долго дохнет, на самом деле. Ну, сейчас сдох. Вау. На нах. Ты, может, сдохнешь уже, а? Хорош. Ты не сдох-то, блядь, а? Ага. Ага. О, неужели меня заменили на гранату? Ну, этих я вряд ли убью или убью. Нет, не убью, походу, да? Убью же? Нет, убью! Это будет очень медленно. Да блин. Блокирует, сука. Да неужели сдохла? Ой, у меня еще гранаты зашибись, эти задачивые. На нах.
Не попал. Молодцы, дебилы. О, возвращаем замедление времени. Да ладно, еще и убить его. Да, он походу можно добить. Опять гореть будут, суки. А если так? Вау! Это что было, увидели? И как прикольно кинул ее. Вот у меня суперсила. Ты что, против самого себя сражаюсь? Нет, показалось. Или не показалось? Да ладно, я! Это я! Против самого себя! Да слышь! Финиш хим. Нет. Это злобный клон. Кто притворяется мной? На нах. Вроде бы все. Не, вот я так хотел сделать, типа. Не, а как? Ладно, хай с вами. О. Молодец, дура. Не, парашют. Или взять. А, ладно, возьму. Послышь. Так, стоп. Оружие на 100% прокачано. О. О, еще патроны. Что за идиоты? Ага, мне все надо. О, молодцы, идиоты! Сами своих мочат. Не вот так. Все убил. Так, пропустил уже, ладно. Like I care. Can you get out of here? Back down and run away.
Ну все, я застрял. Вот так вот, сука. Теперь я буду очень быстрым, потому что реально. Они меня вынудили просто, чуваки. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you. I'll never let you back. Never. Let's get these cars back to the garage. Что вы мне дали? Вы мне дали херню какую-то, а не очки ночного видения. Ладно, не важно. Sorry, man. Take a
А где он? А вот ты где, блин, испугался вообще сейчас куда-то. Все, сдох. Так, по времени у нас... Наверное, только самое начало, да? Нихера! 21 минуту только прохожу. Эту... Я первую миссию прошел или вторую, я же, чувак, я не помню. Так, ну это, скорее всего, север, да? МК это север, да. Да, идем на свита. Вот это. А, это, скорее всего, вместо этого самого. Скажи, кто он? Сизер Вьян Панда. Да? Че зря я подобрал парашют, ну ладно. Ранфалия, серьезно. Вот стоять! Стоять! Молодцы, прям посреди дороги стоят. Кого-то. Ой, куда я поехал-то, чуваки? Я вообще не понял, куда я поехал. Надо в ту сторону ехать, я что-то не в ту сторону поехал вообще. На тачке, блин, уже живого места, блин, не осталось. Не-не-не-не-не-нет! Нет! Так, тихо. А, нет, все-таки сюда, ладно. О! Давай-давай-давай! Нет, что, серьезно? Ну вставай. Ладно. Ой-ой. Да устав. Нет, спасти мотоцикл. Опа! О, бля! Да садись!
А ты заправка, где лимоги? Карл, надеюсь, вы не тратите кучу денег впустую, тем более, что вы мне уже давно не отдаете свой должок. Ты ёбаный обманщик, реальная сука! Тихо! Езжай в городок Angel Pump, сними себе контрейны, я вас там встречу. Опять успешно прошел эту миссию. Только на этот раз без телепорта. Скорее всего, это конец первой части. Нет, еще 2 минуты остается. Ладно, попробуем за 2 минуты пройти какую-нибудь миссию. Серьезно, блядь! Так. Здесь ничего такого нету? Или есть? Это что такое? А, это метка. Нет, не метка. А что это? А, это пиццерия. Вот тут есть... Есть, по-моему, дверь, в которую можно войти и телепортироваться наверх, да? Да. Она работает и вне миссии. Мы спускаемся вниз. Это типа лифта или лестницы. Но CJ это север, скорее всего, да? Да. Значит, телепортируемся... к магазину одежды. Почему постоянно якорь это сохранение? Так опять-таки сохраняемся рядом. Тарану последний полет. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Короче, чё за херня? Чё, зависла GTA-шка, что ли, да? Сука! А я ничего не могу сделать, блядь, пиздец. Чё за хуйня-то, блядь? И чё делать мне теперь, блядь, а? Сука. А ничего не происходит. Один хуй ничего не происходит, блядь. Чё это за хуйня? Вот чё это за хуйня, а? Альтов 4, блядь, ничего не происходит, пиздец. Чё делать-то, блядь, а? Блять. У меня уже все, у меня уже время вышло. Блять. Фух, повезло то, что сохранилась первая часть, так что. Не знаю. Он, скорее всего, опять вылетит. Но.
Может быть, засчитается то, что типа я в первый раз включил за сегодня. И, типа, можно продолжить. Заходить на миссию последний полет Торено. Не знаю, чуваки. Сложно. Нет. Даже не заставляй меня на это подписываться. А, ну собственно вот. Но. Ладно, работает все. Так. Должен срочно заменить парашют на что-то еще. Так, поджимай. И все, пока. Последний полет Торено. Опять миссии повторяются, мне кажется. Это была миссия уже. Мне опять надо... Нет! Нет! Я ненавижу эту миссию. Ее невозможно пройти. Что, на опять придется пропускать? Да ладно! Интересная музыка. Прям подходит под мое настроение, когда я чувствую, что мне за миссию придется пройти. Тихо. Вага сят. Ну понятно, тут рандомные скины и все такое. Меня не пропустят, потому что... Да, мне надо... Да в смысле? Я же умею. Эх! Да. Барбара. Ну ты видишь, что у меня в руке, так что я тебе... Даже говорить ничего не буду на эту тему. Давай залезай. Полететь на... А, это... Я думал, это скорая, это какая-то... Машина для... с одеждой или что типа того. Я не понимаю, что за херня? Я взлечу на ней, это понятно. Мне надо, даже репасха не надо вводить, чтобы полететь. Но это говно. Если я правильно понял, то тут надо... Хотя я нихера не понял на самом деле. Можно по-русски? По-русски, давай. Серьезно? Они сводку не переведут, да? Окей! Да я так понял, мне надо... лететь! Перехватить мне надо самолет! Да! Музыка вообще подходящая! Такая вся! Ладно, в жопу, не буду ничего говорить, вы же видите все! Это не бизнес Светлого Маска, это, блин... Я не знаю, как правильно называется, но точно надо перехватить самолет и... Сложная миссия. Но я буду пытаться проходить. Может быть, на помощи тачки хоть когда-то не получится, хопа. Да ладно, почти! Давай, я должен! Выше! Я перегнал самолет, вы видите, я перегнал его. Надо выше быть. Насколько выше, вот ниже. Нет, я не должен просрать, теперь они меня обогнали. Ниже должен быть, выше. Давай, ускоряйся, чувак, давай! Ну, я близко, давай, близко! А-а-а! Перегнал, нет! Стой на месте, чувак, стой на месте! Я должен снизиться, так! А где, куда? Давай, ну! Я уже в городе, все, я опять просрал, да? Давай! Нахрен эту миссию, только какая она была? Вот какая она была? Последний полет Торено, если я правильно помню. Ладно, пропускаем эту сраную миссию. Окей! Так, это Лас-Вентурас. Ай, бля. Я пытался, чуваки, вы как видели. Я пытался, но... Который раз мне не везет. Тут
Ту-т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 у. Undertale все уже в моей башке застрял навсегда, наверное. Документики. Документики, предъявите мне документики, сюда давай, ты сюда давай. Не, чуваки, это не пародия на AliExpress, это музыка, блин, Just Dance, кажется, да, Frost. Не знаю, кто знает, кто такой Фрост, Юрий Маштаков. Ну Фрост, блин, ну Фрост! Ютубер, блин. Короче, он танцевал и в роли мента там. Пройдемте, кого час так? Ну документики же, ну подходит же. Менты, документики. Вся херня. Как? Золет Торено. Да помните, как Булкин читал Оину, или где-то типа того. Ну вы поняли. Неправильное название миссии. И так далее. Так, это чё? Вот это последнее оружие. Воооо. Пэдж же он мой. И вроде бы всё. Да отвали! Да я собираюсь ничего проходить такого. Кабубу. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed. Это мамин блендер. And people believe this shit. Да ладно. А есть ли смысл тут сохраняться? Так и куда дальше? Ну говори! Как дела, брат? Сэр, это место не для гостей. Следят в данный момент за каждым гражданином? Увидимся настоящий, Карл. Иди вперед, Си-Джей, я останусь на балконе. Значит так, если получаешь чушь неладное, то пулю туда, понял? Yes, окей. Okay. Что будем теперь делать? Ну, понимать, какая миссия следующая. Так. Это не север. Это север! Дракон это север. Сизер это, скорее всего... А, это уже пустыня, да ладно! Уже пустыня, серьезно, так быстро! Остальные миссии-то... Заебали уже со своими звонками. Чувак, ты слишком высоко, но я не очень хорошо дружу с лестницами. К тому же что-то там. На территории Балса в Роллин Хайтс. Оставь его в покое, пусть радуется. Ну да чё ты в недоумок, это отличный план. Пиксмок, ты допустил большую ошибку. И как бы... И что дальше? Как бы... Если я в пустыне нахожусь, это все уже считай. То есть я неправильно миссию назвал, или мне надо все-таки пройти какие-то. Так, баллончик с краской, это опять-таки север. Ацтеки. Скажите, что ацтеки это. Миссии еще какие-то остались. Я не понимаю. Ничего не понимаю. Это что такое? А-а-а! Во! Во! Теперь надо дальше миссию-то пройти, а потом уже пустыни всякие. Автосейф, окей. Так, значит, идем на дисковый шар или что типа того. Можно пофиг тут пробежаться. Пробежка полезна для здоровья. Zero in green. Ага. Оооо. А кто вместо Смоука? Каталина, ну. О, нет! Мы работаем на ментов, да ладно! Макер? Даже музыку не завезли, ну ладно, хрен с ним.
Куда он делся? Эй, ты не можешь этого сделать! Стой, ты, сраный ублюдок! Прикрой нас! Велосипед! Смотри на дорогу, засранец, на дорогу! А, тихо! Ты против русских воевать, ну понятно. А, или вагасы? Нет. Да, вагасы! Ну почти, наоборот надо было. Биг Смок это Си-Джей. А кто вместо Балласов? Понятно, ничего удивительного. Короче, мне надо... Кого мне надо убить? Какую-то пляжную девку? О-о-о! За кого я играю? За шлюху, зашибись. Пусть воины проведет тебя обратно ко мне. Потому что не сомневаюсь. Что это за девка? Она в купальнике или... В купальнике, да. Прикольно. Та-та-та-та-да-та-да-та-та-та-да-т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 а
Вот так вот. Да-да-да, теперь мы можем получать доход от гаража. Ну да-да-да, мне интересно это все, пропускай. Пять косарей. Всего лишь одного коктейля Молотова достаточно, чтобы пройти эту миссию, зашибись. О, 12 минут, ну окей, идем дальше. Тест-драйв. Оказалось, мег-драйв. Освобождение свита. Ну, блин, я не хочу смотреть на эти миссии. На эти катсцены. Они тупые, на самом деле. Я застрял. Нет, я не застрял. Я застрял. Или не застрял. Ну, вылезай, что ли. Ага. Ну, блин. Да кто тебе понастроил-то тут, а? Тупая ты тачка, вылезай. Давай, давай, давай. Нет? В жопу. У-ху! У-ху! О! Ну ты не сдох, не надо гнать. Families, да, Family. Metal Family, да-да-да-да-да. Обожаю этот сериал просто. Не могу без него. Когда же продолжение-то снимут? А это чё за ядовитый такой? Эть! Выключил его. Чё за музыка? Чё какие-то глупые музыки. Ну это хотя бы понятно какая-то. Та тачка, которую я благополучно вначале оставил, потому что мне она нахрен не нужна, если она застряла там. Угу. Угу. Кто это долбоёб? Да, конечно, еще увидимся. Надеюсь, что ты на этот раз не будешь ехать украть ничего в прошлый раз. Будешь, они... Ну, оговорочка, блин, бывает. Понятно.
Я придумал, только я боюсь, я убью Свита, но надо, короче, вот за этого. О, чувак, сорян, но тебе придется вот так вот сделать. Не садись в тачку, не садись! Блять, я убил! Придется тпрться. А, стоп, я не ту- или туда. Лосенок. А мне нужна тачка обязательно. Принудительно. В принудительном порядке мне нужна тачка. Хоть одна местная, хоть что. Ну, велик, кстати, не подойдет. Если я найду велик. Вот видите, зайду. Он говорит, вам нужна тачка. Окей. Может, это подойдет? Весело нет. Вам нужна хотя бы одна местная. Хотя бы двуместная. Конечно. Машина приполнена, у меня нет места для свита. Окей. Дай по каждому району под их что-то там, что-то там, что-то там заткнись. Хочется просто быстро всех убивать и все. Так, ты можешь тут стоять? Все, стой тут и все, и никуда не ходи. Стой на месте! Да ладно, балс это балс, прикольно. Ах ты ж придурок! Иди в жопу! Блин, я горю все еще. Да насрать меня! Он сдох! В жопу эту миссию тоже, блин. Только как она называется, я не помню. Взрывинкрин или нет?
Let's do this. Split. Как она называется? Тест-драйв, его понял. То есть тест-заезд. А вы, кстати, не увидите ничего, я же в левом верхнем углу все гипто оставляю, да. Ну так, чисто для себя посмотреть. На Юлечку. Чё за хрень опять? Там с факс стрек. Да блин, задолбали уже с этой миссии. Вот что за хрень? Я не пройду ее. Опять пропускаем нахрен. Я не собираюсь по 100 раз ее проходить. В жопу. То есть скомтрекс это традиционно быстрый заезд или как это называется? Я не понимаю. А если, точняк, а если загружаться и заново заходить на эту миссию, может это изменится? Скажите, что да. Пожалуйста. Да. Тебе кажется, ты нервничаешь. Балсы, в рассыпную! Теперь идем в центр этого змеиного гнезда. Стоп, братан, и что не менее важно, ты даже не сбежал от меня. О, помедленнее, помедленнее, ради бога! Эй, я на месте. Карл, это я. Так. Я не понимаю, что это за миссия. Воу. Полегче, сколько тачек-то. Пропустить поездку. Да ради бога. Я наоборот или нет? А, надо на эту. На самолет! Серьезно, мы ты вообще на него сядешь? Чувак, выстрелив по-моему на панель, чтобы открыть что-то в ворота. Походу он не сядет в нее. Или сядет? Ладно. Ужас, год разрывает тебя на куски. О. Только бы не разби! Нет! Страшно! Фух, блин! А как приземляться-то тут, чуваки? Шасси нету, я боюсь теперь. Как бы они есть, но как бы их нету, блин. Опять-таки музыка подходящая, напряженная такая. Немного. Весело напряженная, я бы сказал. Уже близко. Ёлки сраные.
как приземляться? Как приземляться? Ты куда приземляться? Богом я приземлился, конечно. А никак? А никак? Жалко, я не сохранился. Знал бы, что это за миссия будет. А нет, садись в машину. А все, я теперь застрял. Есть смысл телепортироваться, я думаю. Я боюсь, что-то не так пойдет. Мы будем надеяться на самое наилучшее. Да, а нет, все на... Ну не совсем, но да. А как? А куда? Даже метки-то нету. Крылья не дают проехать никак. Ну вот, как бы здесь и надо. В смысле, а что он задом наперед-то едет? Я не понял. Что за бред? Что с самолетом, блядь, происходит? Говно, блядь. Вот здесь вот мы должны быть. И все. И тут я должен фоткать их всех. Но нет! Это говно какое-то. Садись в машину. Ну сажусь. Тут даже, блин, нету метки никакой. Что за бред? В смысле, зачем ты закрыл? Да неужели, блядь, появилось? Залезай на... Слава богу, я думал пропускать эту миссию уже. То есть не пропускать, а другую миссию, чтобы выпало. Залез. Чё дальше? У меня, кстати, фотик уже есть. А, сюда? Так, у нас будут другие личности. Никаких там райдеров, типа у Мендезов, Торену и... Да, но это пламя, оно такое жаркое и напуганное. Ага. Темпани! Всем башням приказано использовать оружие летального действия. Повторяю, летального действия. Мы на месте. Увези досье отсюда. О, все-таки Джизи. Все-таки Джизи есть. Окей. Мы должны защитить весь район. И не спорь со мной на эту тему, я не могу ее потерять, чувак. Милли? Причем в секс-костюме зачем-то. Что? Денис? Синяя тревога, перевести прожектора в режим повышенной точности. Ну, темпы не должен быть на коповской тачке, но тут наоборот, тут как... Два Джизи! Зачем? После того, как мы разгромили балса, Фагас начали что-то там. С тобой все в порядке? У нас есть пушки. Из них ты не гангстер, чувак. Я теперь пожарный, зашибись, ну давай, все. А как мы уже... Не надо! Я даже не хочу этого знать. Давай, пропуск... А, не пропустить! Только сцену не пропустить. Надеюсь, все хорошо пройдет. Фуф. А, то есть по скрипту тут он все... Итак, когда ты уезжаешь? Ты победил. Ну давай, пропускайся. Ну, я понял, все. Да-да-да, иди нахрен. Да-да-да, заткнись. Да-да-да, я понял. Да отвали уже. Бесконечный телефон. Ой, телефон. Фотик, нахрен он мне нужен. Так. Ладно, до свидания.